Вот, а главное, вот где я сам. Москвич 407 был тогда еще. Вот. А сначала у меня был Харлей Дэвидсон, а тот сначала ездил верхом на лошади. У Павла Алексеевича Пелевина за 34 года службы в автоинспекции 40 поощрений и ни одного взыскания. Вскоре после Великой Отечественной войны его, как автомобилиста, назначили старшим инспектором межрайонного краснокамского участка ГАИ, а затем и начальником краснокамской госавтоинспекции. В этой должности тогда сделал упор на планомерную профилактическую работу с водителями. Говорю, надо провести вот собрание водителей районные, вот. А молодых, майор, начальник милиции, молодых был, он говорит, что это ты, вон, иди на дорогу, да коли талоны тогда, кололи, если нарушил талончик, вот, и я говорю, этим не воспитаешь ли народ, вот, и водителей-то, вот надо сознанием воспитывать. И спустя 75 лет со дня основания госавтоинспекции характер проблем не изменился. Метод работы Павла Пелевина – профилактика нарушений ПДД, а не их фиксация – самый действенный и в сегодняшних реалиях. Просто одними штрафами водителей не убедить. Надо пытаться убедить их мысленно, чтобы они понимали, соображали и не делали, не нарушали эти правила дорожного движения. То есть штраф они ничего не дадут. Надо просто убеждать. Убеждать и убеждать. На сегодняшний день в ГИБДД Пермского края более 2000 сотрудников. Особо отличившимся инспекторам в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и памятные подарки. Антон Шибанов, Евгений Шиленко, телевизионная служба новостей.